Уважаемые зрители, здравствуйте! Вы на канале Тарас Дави на газ, и сегодня у нас необычное видео. Мы встретились с моими друзьями Артур и Дмитрий. Дим, Артур, расскажите, что у нас так, сегодня интересного? Нам достался ключик. 20 лет не скрывался в гараж. И сейчас мы пойдем посмотрим, что в нем есть интересного. Да, и покажем вам. Погнали. 20 лет не скрывался в гараж. Что ж там может быть интересного такого? Ну, сказали, тачка. Тачка. Да ладно. Интересно. Сейчас мы посмотрим. Спускаемся в гараж. Оно же подземелье. Да. Что же там? Да. Смотри, напишите. Интересно, конечно. В онлайне, что вы думаете, что там у нас в гараже? Какой у нас номер? 12. Или 42. Хорошо бы не 13. Да, кстати. Вот он, гараж. А что тут интересного написано? Погоди-ка. За вами образовалась задолженность. Да не может быть, Опа. Уважаемый собственник бокса номер 12. Интересно. 25 тысяч. Интересно. Так. За сколько лет образовалась задолженность? Так, паутину открываем. Убираем. Так, открываем гараж. Так, что тут у нас? Есть свет здесь, интересно? Да, но аккуратно как-то. Давай так попробуем включить, посмотрим, что здесь. Опа. Так. Вау. Что это? Что это? Вау, классная тачка, Бэха-семерка. Вау, слушай, да? Слушай, БМВ, серьезно, смотри. Руль от Бэхи. А что это за БМВ в руке? Что за БМВ? Давай посмотрим. Это же легендарная 730-я Е32 кузов. Слушай, а? Интересно. Что-то она совсем голая. Может, здесь кого-то завалили? Ну, может быть. А может и нет. Впрочем, это уже совсем другая история. Это Игорь, он всегда молоток. Это Игорь, да. Так, что у нас тут еще интересного есть? Давайте посмотрим. Тут какие-то запчасти лежат. Так, трупа нету в багажнике? Слушай, если будет, это уже такая тема. Там, повезло. Где коробка? Какая-то шкатулка. Слушай, карабас какой-то еще. Шкатулочка. Может, здесь есть... Слушай, давай посмотрим, что там интересно. БЛ. Original Bar. Ну, что-то на немецком. Так. Я вижу крестик зеленый. Можешь не открывать? Давай, интересно, открывай. А вдруг опасно? Для здоровья? Вдруг заминировано. Ту-дум! Оригинал. Документики. Интересно. Так, тут вы можете себя спасти, если с вами что-то произойдет. От кепа. Ну, желательно, чтобы с вами ничего не происходило. Бинки, ножницы, немецкие. Мелок, чтобы труп обвести. Класс, слушай. Мелок, мелочек. Немецкая БЛ. Это какого года там интересная машина? Я знаю, в 2000-х такую видел. Делаю. Это мы оставим. Давай, оставим. Так. Слушай, смотрите, она из люка, получается, идет, да? Офигеть. Электрический. Электрический люк, моторчик. Стекла на месте, салона, правда, ее нет. Как будто разобрали вот 20 лет назад. Ну, смотрите, она, главное, не гнилая, не ржавая. Пороги целые даже, да? Пороги, да, все. Да, смотри-ка. Офигеть. Слушай, да, она по красе прям идеально. Ну, у нее, смотри, по подвеске только верхний рычаг. Рычаг только есть, да. Моя прелесть. Так, давайте посмотрим, что тут еще есть. Это полка, что ли, лежит у нее, да? Вот это. Так, оригинальная полочка в идеальном состоянии. Слушай, обалдеть. Да? Моторчики, все дела, слушай, номерочек. Класс. Электрошторка, походу. А, да, электрошторка. Оригинальная БМВ, смотрите. Вау. Ну, здесь не все есть, наверное, мыши утянули. Что тут еще есть? Давай посмотрим. Смотри. Блок. Блок двигателя. Офигеть. Интересно, в каком состоянии. Дима, посвети сюда, пожалуйста. Ух ты, в идеальном состоянии дом. Блок цилиндра. Так, рулевая речка, да, в придачу бонусом. Да. Смотри, что распредвал у него огромный. Офигеть. Мощный распредвал. Трехлитровая, да? Да, скорее всего, на 3 литра. А вот, да, написано 3 литра. Трехлитровая. Да. Слушай, интересно. Коробочка здесь. Шестерка рядная.
Коробка. Карданчик. Коробка, кардан даже есть, обалдеть. Слушай, так. Ну какая у нас реликвия получается, да? Так, ну что, какие идеи, что делать? Там еще, смотри, там еще есть подвал. Подвал? Подвал. Что ж в подвале? В подвале-то, наверное, что-то точно интересное. Давайте посмотрим. А может, оставим? Оставим? Слушай, давайте можем секрет. Оставить. Слушай, точно. Для нас и для подписчиков. Давай интригу сделаем. У кого конечно. Какие мысли, что давай. Может быть в подвале? Давай. Кто угадает, будем. Что в подвале, получит бонус. Точно. Давайте так и сделаем. Все, ждем от вас ваши предположения. Что же в подвале? Да, мы тоже интересно. Не знаем, может что в подвале. Быть, потому что тут вот она сама в таком в разукомплектованном состоянии. У нее и снизу особо ничего нет. На пеньках стоит. Кстати, да, на пеньках стоит. Посмотрите, обратите внимание. Может, она на пеньках сюда приехала? Может быть. Зашла сюда, на пеньках спряталась. Коврики есть. Да, интересно, что в подвале. Смотри, смотри, тут есть, короче, винт. Да, кстати, можно по вину, если кто хочет, посмотрите. Вот, оригинал. А, вот. Пойдем посмотрим. Может, хотите, пробейте. Да, кстати. Вот, видно. Вот, вин, оригинальный. На стоп нажмете, там посмотрите, если застрелите. Вот, вот. Слушай, ну и что получается? Мы ее отсюда как вообще? Что это делать-то? Какие предположения? Идеи здесь. Давай разыграем. Разыграем, слушай, да, точно. На подписчиков. Давайте, Артур, ты как? Аукцион. Да. Точно. Аукцион. Кто забирает кузов BMW 7 в отличном состоянии? Тут у нее какие-то есть детали, но сказали, что что-то там может быть в подвале. Вот в подвал мы еще не залазили. В подвале интрига. То есть там могут быть какие-то еще запчасти ценные, да, которые, соответственно, идут в комплекте с машиной. Да. Давайте, значит, условия, соответственно, лота. Давайте озвучим, чтобы зрители наши знали. Какие? Кто предложит больше денежных средств? Да, надо стартовать там, допустим. Вот там было объявление задолженность 25 тысяч. То есть, чтобы покрыть задолженность, начинаем с 25 тысяч. И кто больше даст? Отличная такой идея. Вариант. Тот и забирает, соответственно, тачку и то, что в подвале. Да. Отлично. Давайте, значит, пишите, значит, свои предложения. Лот стартует с 25 тысяч рублей. Кто предложит больше, тот и выиграет автомобиль BMW E32 7. Классная тачка. В конце Тарас. Дави на газ, конечно, подписаться, там лайки, колокольчики, ну все, как вы там любите, знаете, обязательно. Ну что, тогда ждем ваших комментариев, пишите свои предложения, ну и забирайте тачку. Забирайте тачку.